Компьютерная диагностика пациентов станет доступнее. В поликлиниках Самарской области планируют установить аппараты компьютерной томографии. Об этом сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян в прямом эфире в социальных сетях. Увеличение количества подобных медицинских аппаратов решит вопрос с загруженностью. Компьютерная томография станет еще доступнее для жителей Самарской области. В областном Минздраве настоятельно рекомендуют жителям не делать томографию без назначения врача. КТ хорошо выявляет изменения в легких, но она не диагностирует инфекции. Если у конкретного пациента с конкретными респираторными жалобами нет изменений при КТ, это совершенно не означает, что он не болеет коронавирусной инфекцией, говорят врачи.